Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как вязать такие мотивы, как соединять их с другими мотивами и как заполнять пространство между ними. Я буду показывать вот этими нитками и крючком номер 2,5. Набираем 5 воздушных петель. Делаем соединительную петлю в первую петельку. Одну воздушную петлю на подъем, столбик без накида. И провязываем еще 19 столбиков без накида. В конце ряда делаем соединительную петлю в третью петлю. Первая, вторая, третья. Еще одну соединительную петлю в арку. В этом ряду должно получиться 10 ячеек. 2 воздушные петли и еще 4 столбика с одним накидом. До конца ряда вяжем в каждую ячейку по 5 столбиков с одним накидом. Соединяем конец с началом ряда. 3 воздушные петли и в следующие 4 столбика делаем по одному недовязанному столбику, затем соединяем их одним накидом. Две воздушные петли, столбик с одним накидом между вот этими столбиками. 2 петли, 5 недовязанных столбиков. Соединяем 2 петли, столбик с одним накидом. Две петли, соединяем. Одна воздушная петля и столбик без накида. Одна петля, столбик без накида в эту арку. Одна петля и столбик без накида в этот столбик. Еще одна петля, столбик в арку, столбик в эту петлю, петля, столбик в эту арку, столбик в столбик прошлого ряда. Сейчас вяжем одну петлю, столбик сюда, потом петлю, столбик сюда, петлю, столбик вот сюда и одну петлю, столбик в этот столбик. Делаем соединительную петлю, одну воздушную петлю и столбик без накида в эту же петлю. 3 воздушные петли, столбик между столбиками прошлого ряда. Столбик без накида. 3 петли, столбик без накида. Так вяжем весь ряд. В конце ряда последние 3 воздушные петли, соединительная петля, первый столбик. Еще одна соединительная петля в арку. 3 воздушные петли, столбик без накида, снова 3 петли и столбик. Так вяжем до конца ряда. Делаем соединительную петлю
Сейчас будем вязать последний ряд этого мотива. В этом ряду я покажу вам, как соединять этот мотив с другим мотивом. Одна соединительная петля, 3 петли на подъем, 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петли, 2 столбика с одним накидом, 1 следующую арку делаем 1 столбик без накида. В следующую арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 3 петли и 2 столбика с одним накидом. И в следующую столбик без накида. Я связала половину ряда, и сейчас будем соединять этот мотив с другим мотивом. Точно такой же мотив. Делаем 2 столбика с одним накидом. Одна петля, вводим крючок в последний ряд, в арку из воздушных петель, провязываем воздушную, это вторая воздушная и третья воздушная петля, и дальше вяжем по рисунку 2 столбика с одним накидом. Столбик без накида, 2 столбика с накидом, 1 петля, 2 петля, 3, 2 столбика и третий раз последний соединяем, столбик без накида, 2 столбика, 1 воздушная петля, 2 и 3, 2 столбика с накидом, столбик без накида в следующую арку. И так вяжем до конца ряда. Я связала еще один мотив, и на примере четвертого мотива я покажу, как соединять его с двух сторон. Делаем 2 столбика с одним накидом, 1 петлю, отсчитываем 2 вот такие штучки, 2 и еще 3. 2, 3. И в третью делаем 1 воздушную. И еще 1. 2 столбика с одним накидом, 1 столбик без накида. Проделываем то же самое еще 2 раза. Теперь провязываем еще 2 вот такие штучки. Два столбика с одним накидом, 1 петля,
Теперь будем соединять с этим мотивом. Отступаем два раза и в третью делаем воздушную петлю. Еще одну. И проделываем то же самое еще два раза. То есть в середине в каждом мотиве должно быть по две вот этой штучки. Теперь будем делать маленький мотив, чтобы заполнить пространство между этими четырьмя мотивами. Набираем 5 воздушных петель. Соединяем соединительной петлей. Делаем 4 петли на подъем и 2 петли по узору. Делаем столбик с 2 накидами в кольцо. Это получилась 1 ячейка. 2 петли, столбик с 2 накидами, две ячейки. Таких ячеек мы делаем 12 штук. Соединительная петля, 3 петли. Это считается как за 2 столбика с 1 накидом. 2 петли и еще 2 столбика. Пять воздушных петель. Столбик без накида в следующую арку. Снова 5 петель. Столбик в следующую арку. 5 петель. 2 столбика с 1 накидом. 2 петли. И еще 2 столбика. Так вяжем до конца ряда. Сейчас будем вязать последний ряд, в котором будем соединять этот мотив с остальными мотивами. 1 соединительная петля, 3 воздушные петли, столбик с 1 накидом, 2 петли. И сейчас будем соединять за вот эти петли. Потом за эти, за эти, за эти и так по кругу. Делаем воздушную петлю, остается 2 петли, 2 столбика с 1 накидом, 3 делаем 3 воздушные петли, столбик без накида в следующую арку. Две петли и соединяем с следующими петлями. Плюс 2 петли. Столбик без накида в следующую арку. И повторяем. Три воздушные петли, два столбика с 1 накидом, две петельки. Теперь соединяем с этим местом. Две петли.
два столбика с одним накидом. Три петельки. Столбик без накида. Таким образом провязываем до конца ряда. Сейчас делаем 2 петли соединения, 2 петли столбик. Еще раз точно так же. Затем 3 петли, 2 столбика, 2 петли соединяем, 2 петли, 2 столбика, 3 петельки, столбик без накида. И так провязываем до конца ряда. Когда вы постираете и высушите, выпрямите все нитки, все будет смотреться намного лучше. На этом мой урок окончен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!